В Арсеньеве проходит епархиальный этап международных рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Отдел религиозного образования и катехизации провел круглый стол, на котором обсудили актуальные вопросы духовной и психической безопасности ребенка. Информационная безопасность в детской и молодежной среде. Под таким названием в духовно-просветительском центре Арсеньевской епархии прошло заседание круглого стола. Председателем собрания был епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий. Конечно, нам надо бороться за сохранение своей культурной самобытности и возвращение к традиционным русским ценностям, возвращение к духовным идеалам Святой Руси. Это наша основная идеология, наша цель, которая у нас отняли, которую мы должны возродить. Сам обезопасить наше подрастающее поколение от всякого видимого и невидимого зла. В заседании приняли участие священнослужители, сотрудники епархии, руководители школ, педагоги, родители, представители власти, всего 45 человек. Священнослужителям все-таки нужно вести просветительскую деятельность, вести интернет. Необходимо. То есть альтернативу доброе, хорошее, чтобы было для них побольше тоже. Многие гости приняли участие в заседании круглого стола в онлайн-формате. На встрече обсуждалась роль некоммерческих объединений в патриотическом воспитании детей в Приморье, миссионерская деятельность в сети интернет, а также совместные мероприятия епархии и управления образованием. Труд, творчество, общение с родителями, чего не хватает, дружба, человеческая дружба, воспитание у детей хорошего вкуса. Через что? Через хорошее русское искусство, художественное слово. Подводя итог заседания, владыка Гурий еще раз подчеркнул важность совместных усилий церкви и общества в борьбе за души детей. Все выступления участников можно посмотреть на YouTube-канале Арсеньевской епархии.